Инстаграм надо заблокировать, если Мета подтвердит или откажется комментировать информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных, заявил депутат Государственной Думы Хинштейн. Ранее сообщалось, что Мета, владельцы Facebook и Instagram, временно разрешат призывать к насилию в отношении Путина, российской армии и россиян. По данным издания, новые правила получили модераторы социальных сетей. Им разрешили не банить пользователей за призывы к насилию против россиян и российских солдат в контексте событий в Украине. Обычно это считается хейт-спич и приводит к блокировке. Мета нарушила свои собственные правила борьбы с разжиганием ненависти на этнической или религиозной почве, сообщало агентство Washington Post. Российские дипломаты возмутились преступной политикой Мета и призвали привлечь виновных к ответственности. Ведь никто не наделял руководителей интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими.